Хакасия продолжает собирать гуманитарный груз для беженцев Донбасса. Пункты приема открыты во всех городах и районах. Чаще всего они организованы при администрациях или домах культуры. В Черногорске помещения для сбора помощи выделили в киноцентре «Луначарский». В основном жители города приносят продукты, средства личной гигиены и игрушки. Пункт приема работает всего несколько дней, но коробок и пакетов уже набралось достаточно много. Организаторы напоминают, что вещи принимаются только новые. С часу до 4 часов принимаем гуманитарную помощь. В основном мы ставили перед людьми такую задачу, чтобы они несли средства гигиены, средства индивидуальной защиты, продукты длительного хранения, в основном это одежду для детей. Все должно быть только новое. К сбору гуманитарной помощи активно подключаются предприниматели, отправляют продукцию сразу к месту назначения. А многие госслужащие в пользу беженцев переводят однодневный заработок. Помочь деньгами могут все желающие, либо перечислить на специальный счет, либо наличными передать активистам в пунктах сбора.